Всем привет, и мы продолжаем приключения нашего любимого котика Тома. Том, дружище, с тобой тебя ждут великие дела. Ну что же, друзья, давайте-ка первым делом отведем нашего любимца в ванную комнату. Пускай делает свои дела. Вот такой вот симпатяшка, милашка, розовый Том получился у нашей прошлой серии. Благодаря, друзья, вашим отзывам, комментариям. И так напоминаю, друзья, вы, наши подписчики и зрители, пишите в комментариях от той шубки, которая нравится, и согласно вашим отзывам и комментариям, я снимаю новые видео. Итак, в прошлой части выиграла вот такая вот замечательная розовая шерстка, и с ней, друзья, мы снимали видео. Сегодня вас тоже ждет сюрприз, будет очень необычная шерстка. Кроме того, друзья, у нас есть на канале именинник, мы с удовольствием его поздравим. Только вначале давайте-ка, друзья, передадим приветы. Посадим нашего котика за стол. Дадим ему вот что-то вкусненькое. Пусть собьет первый голод. А потом уже найдем еще кусочек тортика, чтобы поздравить именинника. Но вначале, друзья, давайте-ка передадим привет. Итак, друзья, большущий-большущий привет от нашего любимого котика Тома всем нашим подписчикам и зрителям. Кроме того, особый привет Машеньке, Ксении Бобровой. Еще привет интересному каналу. Называется «Кинозал. Детский канал». У него желание, чтобы у него было 10 подписчиков. Мы желаем этому каналу еще больше подписчиков. Ну, вот так, друзья. Итак, друзья, сегодня у нас день рождения у подписчика с интересным ником на ютубе Рики Тики Добрила. Итак, дружище, большущий тебе привет от нашего котика. Тома, наилучшие пожелания. Желаем тебе удачи, здоровья, успехов и удачи во всех твоих делах. Ну что же, здорово, и в честь именинника съедим вот этот чудесный кусочек тортика. Ну вот, здорово, здорово, друзья. 85% уже насыщенность нашего Тома есть, и еще вот выпьем колы. Ну вот, так, здорово накормили нашего любимца. А сейчас, друзья, давайте-ка перейдем. Ой, какой кошмар, друзья, посмотрите, как он у нас потолстел. Ну что же, думаю, давать ли ему зелье сжигания жира или не давать. То есть, друзья, буду ждать ваши комментарии. Будете писать, чтобы давать зелье сжигания жира, буду давать. Не будете писать, не буду давать, пусть он столстеет и будет у нас вот таким вот толстым, прикольным котом. Вот такой вот симпатяшкой милашка, немножко толстоват, но с другой стороны, вот видите, друзья, здорово, поднял больше 50% настроения нашему котику и стал улыбаться, а до этого не хотел. Ну вот, здорово, здорово, вот такой милый, симпатичный котик. Ну еще, надеюсь, он для нас танцует, котик. Ну не хочет танцевать. Ну, не хочет, значит, не будем заставлять нашего котика. Ну что же, здорово, здорово, друзья. Давайте-ка я перейду в гардероб. Сниму вот эти прикольные, замечательные золотые глазки. И еще уберу вот эту замечательную, классную розовую шерстку, которую вот мы надели благодаря вашим отзывам и комментариям. Сегодня, друзья, я пройдусь по шерстке. Сегодня у нас тоже есть победитель. Выбирайте ту шерстку, которая вам нравится. И пишите в комментариях, какая же шерстка вам нравится. Не буду, друзья, я сегодня зачитывать. Вот так просто промотаю. А вы вот смотрите, выбирайте, пишите, что же вам понравится, друзья. Кстати, друзья, напишите в комментариях, нравится ли вам, когда я зачитываю, шерстки не нравятся, или лучше вот так проматывать просто, чтобы вы сами выбирали. Вот, кстати, за эту шерсть культурист тоже есть множество голосов, чуть-чуть не хватает. Ну, возможно, в следующее видео или через одно точно она сработает. Ну что же, очень прикольно выглядят толстые коты вот в этих шерстках. Слушайте, друзья, а то я все время давал зелье сжигания жира, а вот не дал зелье сжигания жира, и очень прикольно, интересно смотрятся толстые коты в разных шубках. Ну вот, друзья, прокрутил я до последней 31-й шерстки шерсти склет. Ну а сегодня, друзья, победитель нашей сегодняшней игры вот такая вот шерсть золотая. Уже очень много видео, друзья, мы с ней снимали, но тем не менее просят наши подписчики вот еще очередной раз этой шерсткой. Ну что же, сделаем, друзья, но вот тогда уже к этой шерстке я подберу какой-то костюмчик и подберем какие-то глазки. Ну что же, золотые глаза, золотой Том, это, наверное, мне кажется, идеальный вариант. Ну, а теперь попробую к нашему золотому Тому подобрать какую-то одежду. Очень хочется, друзья, мне, чтобы сегодня наш Том был в одежде, поэтому что-то
Подберем. Подберем, подберем. Вот, по-моему, очень милый стиль. Золотой том плюс желтая футболка. Это должно здорово смотреться. Ну, возможно, что-то лучшее подберем. Давайте-ка посмотрим. Ну, конечно же, костюм рэпера классный вариант. Интересно, друзья, а если бы мы возьмем костюм рэпера и попробуем заменить, а вот, друзья, к сожалению, если мы выбираем шапочку, костюм рэпера пропадает. Жаль, нельзя сделать, как вот в Анжеле. Там есть, если наденем костюмчик, можем менять шапочку, либо причесочку. Вот видите, в Тома этого нельзя сделать, очень печально. Так, ну что же, давайте-ка посмотрим еще несколько вариантов. Так, в принципе, вот эта зимняя пижама тоже классный вариант. Видите, там золотые олени, изображение елочек тоже в таком золотом стиле. Очень, в принципе, симпатично смотрится. Так, костюм для романтического свидания. Здорово, неплохо. Гавайский костюм. Ну, футбольная форма, что-то мне не понравилось. Так, желтый комбинезон, что-то тоже не очень. Вот, здорово. Ослепительный наряд, в принципе, неплохо выглядит. Так, кимоно не нравится. Вот, костюм плохого парня, классный вариант, кстати. Ага. Вот, кстати, смотрите, друзья, костюм ковбоя тоже довольно-таки стильно смотрится. После обновления это здорово. Кстати, друзья, вот кто-то мне написал, что уже получился обновление, никак не получается мне его установить. У меня была проблема с Play Market, там, друзья, устанавливаю из других источников, они пока что-то не дают мне установить обновление, но сегодня буду пробовать. Так, здорово, здорово. Скафандр, наряд летчика, наряд исследователя, костюм пилота, который мы вот в ближайшее время, друзья, с вами уже разблокируем. Все собираю, собираю, друзья. И вот такой вот забавная полицейская форма. Кстати, очень здорово золотой полицейский выглядит. Смотрите, какой интересный, какой милый. Ну что же, тоже, друзья, на чем же нам остановиться? Ну что же, давайте-ка пока сегодня я надену вот эту костюм Хэнка. Посмотрим, как же наш Том будет в нем выглядеть. Ага, что-то не активировался костюм Хэнка. Давайте-ка еще раз попробую его активировать. Так, что-то не пошло не так. Вот так. Давайте-ка сначала сейчас пройду. Вот. Где же? Вот он, костюм Хэнка. Ну что же, пусть остается костюм Хэнка. Давайте-ка, друзья, посмотрим еще несколько вариантов. Либо причесочку, либо шапочку, что-то интересное подберем нашему котику. Так, здорово, здорово, мило, мило. Очень интересно. Вот так, забавно. Симпатично. То есть, друзья, пишите в комментариях, какой бы вы хотели увидеть костюмчик на золотом томе и какую шапочку, либо без шапочки. И в начале следующего видео я сделаю изменения по вашему желанию. Так, ну что же. Честно говоря, есть интересно множество вариантов, но что-то особого именно к вот этой футболочке я не нашел. Либо футболочку менять, либо оставлять все вот так, как есть. Наверное, друзья, давайте-ка оставим все вот так, как есть, чтобы он просто был вот в футболке. Так, маски, очки. Здорово, симпатично, прикольно. Ну, наверное, друзья, не будем надевать. Либо вот такие вот очки. Смотрите, друзья, как здорово смотрится. В принципе, тоже неплохо. Либо очки для вечеринки. Вот, синий визор. Очки для вечеринки. Да, давайте-ка, друзья, сделаем все вот таком для вечеринки в стиле. Мне кажется, это будет здорово. А ну-ка, друзья, давайте-ка сейчас вот перейдем с вами вот сюда. Давайте-ка попробуем сделать все для вечеринки. Вот только какой стиль подобрать, ну, сейчас посмотрим. Ну, вот этот явно не годится. Давайте-ка посмотрим, что вечеринка, и вечеринка в каком стиле. То ли Хэллоуин, то ли, возможно, космический стиль, то ли, вот, ковбойский, спортивный стиль. Современный не годится, если это вечеринка, вот, груда золота. Что-то, друзья, мне тоже не захотелось этого сделать. Давайте-ка посмотрим. А давайте-ка, друзья, сделаем все для нашего Тома вот в таком розовом стиле. Возможно, это будет прикольный вариант. Посмотрим, друзья, вот такой вот интересный вариант. Вот. Смотрите, как это здорово, интересно должно смотреться. Посмотрим. Давайте-ка вначале посмотрим. Возможно, все же я поменяю свое мнение. Так, вот
Так, розовый стиль. Интересно, как будет на нем смотреться наш котик. Отлично, отлично, отлично. Итак, нам нужен розовый, вот, милый ромбик. Итак, что же получается? Ну, если для вечеринок, то очень интересный вот такой вот розовый стиль получился. Ну что же, возможно, друзья, это будет классный вариант. То есть, напишите, понравился ли он вам, либо не понравился, либо какой-то другой стиль нужно было к вот такому вот и забавному золотому тому. Но одно могу сказать, друзья, еще такого стиля и вот такого необычного тома у нас еще не было. Ну что же, замечательно, замечательно, друзья. Давайте-ка еще на кухне тоже внесем изменения. Все сделаем тоже в розовом, вот таком вот необычном стиле. Вот, смотрите, как это прикольно должно смотреться. Вот так, необычно, симпатично, прикольно и очень забавно, друзья. Так, давайте-ка начнем супер милый столик. Еще найдем какие-то супер милые окошечко. Это должно здорово, здорово смотреться. Вот. Вот. Вот такой вот милашка-симпатяшка. Вот. Вечеринка в таком милом, симпатичном розовом стиле. Отлично. Ну, будем считать, он зовет в гости кошечку Анжелу. И вот все делает в честь нее в вот таком вот розовом романтическом стиле. Ну что же, очень мило, очень симпатично. Давайте-ка мы туалет тоже переделаем. Вернее, ванную комнату. Вот так. Супер милые, симпатичные, классные, необычные. Итак, вот и дверцу переделаем, и еще коврик где-то у нас с единорогом есть, вот так и обои. Ну что же, друзья, по-моему, очень мило, очень симпатично, очень здорово это все выглядит, очень хорошо. И еще, друзья, давайте-ка я несу изменения в спальню. Вот переделаю вот так спальню, тоже вот в таком вот романтическом стиле. Вот супер милая кроватка. Еще, друзья, выберем какое-то супер милое белье. Вот так. Лампа нам нужна. Какая-то милая. Давайте-ка. Вот здесь супер милый ночник. Обои же, конечно, выберем какие-то розовые. Вот так здорово. Ну что же скажу, друзья. Очень мило, очень симпатично. Очень здорово это все получилось. Еще нам нужно подобрать картинку вот такую тоже с розовой рамой. Ну что, вот такой вот прикольный, необычный, стильный том у нас получился. Довольно-таки здорово, друзья, это все у нас получилось. Ну, напишите в комментариях, понравился ли вам вот такой вот необычный, забавный том, либо не понравился. Ставьте лайки, если понравился, если не понравился, ставьте дизлайки, я буду знать. Ну что же, друзья, давайте-ка посмотрим, какое у нас сегодня задание. А сегодняшнее задание у нас, давайте-ка посмотрим, сбей Тома с ног 4 раза. Ну, в принципе, это несложно. Давайте-ка попробуем. Немножко жаль его. Ну, это для... Вот так. Ну вот, один раз у нас получилось. Бедняжечка, ну извини, Томушка. Вот, все ради задания. Вот, второй раз есть. Еще Томушка 2 раза, и все будет здорово. Да, отлично. Третий раз. Ну, а на четвертый раз, наверное, друзья, сейчас пианино на него свалится. Ну, посмотрим. Так, и вот четвертый раз. И да, вот. Ну, так и знал, друзья, что свалится пианино. Но, тем не менее, очень мило, очень симпатично, друзья, это все получилось. И да, друзья, задание выполнено. Ну что же, здорово. А сейчас мы, друзья, с нашим Томом, вернее, даже не с обычным Томом, а сейчас мы с нашим золотым Томом полетим в путешествие по земному шару и вот попадем в какую-то интересную страну. Ну что же, друзья, вперед, полетели! Вращается, вращается земной шар, и сегодня мы с вами попадаем в Папуа, Новую Гвинею. Здорово! Здорово, здорово. Давайте-ка посмотрим, какой там. Ага, вот такой вот обычный серый Томушка в голубом стиле, в футбольном стиле все сделано. Очень здорово. Правда, что-то вот в океане мало у нас посещений. Давайте-ка посмотрим. Всего, друзья, у нас уже 181 посещение. Осталось, друзья, еще 17 стран, которых мы не посетили. И вот, друзья, мы получим тогда награду, вот такой вот костюм пилота. Ну что же, здорово, здорово, друзья, замечательно.
Пока, друзья, на этом мы уже будем прощаться. Наш Томушка устал. Итак, давайте улаживать его отдыхать. Итак, друзья, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. И чтобы не пропустить, друзья, ни одной серии, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик, и вам будут приходить уведомления о новых видео. А пока, друзья, мы на этом прощаемся. Всем пока, до новых встреч, друзья.